Добрый день, меня зовут Кулагин Артем. Я закончил программу «Матметодов анализа экономики». Сегодня стал магистром. Бакалавриат я заканчивал тоже здесь, на экономическом факультете. Магистратура матметодов – это одна из самых интенсивных программ подготовки специалистов, и я ожидал от него, скажем так, улучшения своих аналитических навыков, своих технических навыков, и в целом магистратура полностью оправдала мои ожидания. Также она дала мне огромный спектр контактов ребят, с которыми я поддерживаю теплые отношения, и для меня это большой-большой шаг на пути во взрослую жизнь. В идеале, конечно же, мне хотелось бы совместить и учебу, и работу. Но я думаю, что никогда человек с высшим образованием не должен запускать свое собственное саморазвитие и самообразование, так что строить свое дальнейшее существование на базе факультета мне было бы очень приятно. Также не хотелось бы отходить далеко от бизнеса и деловых циклов. Как я сказал ранее, конечно же, никакого прощания не будет. Я надеюсь всегда остаться в стенах родного университета. Мне бы очень хотелось продолжить преподавательскую деятельность и посещать мастер-классы других ребят. Я считаю, что это отличная возможность улучшить свои навыки, открыть какие-то новые горизонты для себя, и считаю это отличной возможностью для развития.